нашего интервью Дмитрий Львович Зубов, председатель Совета Центра Союза. Окончил Московский авиационный институт, доктор экономических наук. В 2016 году под руководством Дмитрия Львовича была разработана стратегия и концепция развития потребительской кооперации России до 2020 года. Мы встретились, чтобы обсудить, как развивается кооперативное движение сегодня, почему нужна цифровизация и как пандемия повлияла на малый бизнес. Кооперативное движение сегодня. Сколько насчитывает участников и субъектов? На сегодня 71 субъект Российской Федерации. По нашим подсчетам 1 300 000 пайщиков в наших рядах. Более 2000 кооперативных организаций. Это я вам сказал о потребительской кооперации, которая объединяет Центр Союз. А в целом, по нашим подсчетам, в различные виды кооперации, сельскую, кредитную, строительную, вовлечено где-то 5% населения Российской Федерации. Как рассредоточены, скажем так, кооператоры по России? Большее их количество в Центральной России или по регионам? К сожалению, Москва, Санкт-Петербург, крупные города, они утеряли позиции в кооперации. У нас Татарстан, Ульяновск, Нижний Новгород. Очень хорошо представлена кооперация у нас в Сибири, Омск, Томск, Дальний Восток. В Калининграде у нас хорошие кооперативные организации. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы и в крупных городах тоже появились кооперативы. Что делается в этом направлении? Давайте немножечко вернемся на 190 лет назад. Вот у меня здесь лежит копия устава о артели общества равных возможностей, которое в 1831 году учредила группа декабристов, которые находились в ссылке. Именно с 1831 года мы считаем, что это начало кооперативного движения. Кооперативное движение – это очень мощное движение во всем мире. В следующем году будет 190 лет со дня появления кооперации в России. Начало было положено в царской России, потом был советский период, и потом уже новые рыночные условия и так далее. Как это было тогда, да, и вот как это сейчас? Насколько кооперация вот в современной России она популярна? Золотой век потребительской кооперации в России считается 1913-1921 год. Наибольшее развитие она получила в Сибири, в Забайкалье. Очень хорошо кооперативы работали всегда в сложные периоды. В частности, после революции, вот эту международную блокаду молодой России прорывали именно кооператоры. И они начинали взаимодействовать с кооперациями других стран, и начиналась торговля. Очень хорошо работали кооператоры, которые мобилизовывали свои усилия в период Великой Отечественной войны. И сейчас, как ни парадоксально звучит, когда началась пандемия, мы заметили очень бурный рост развития кооперативной торговли именно наших маленьких сельских магазинах, автолавок. Сколько большое количество населения выехало в эти удаленные районы, спасаясь от пандемии, нужно было кормить народ, ввести продукты. А кооперация именно представлена в тех регионах чаще всего. Мы обслуживаем 54 тысячи населенных пунктов с населением менее 100 человек. Туда не хотят идти сети, туда не идут никакие торговые организации, потому что там торговля планово-убыточная, невыгодна. Но именно вот эту роль выполняют кооперативные организации. Если говорить о будущем, какое будущее вы видите для кооперации в России? Если так пафосно сказать, это светлое будущее я хотел бы видеть. Дело в том, что мелкий производитель, он производит хорошую качественную продукцию. Но реализовать ему ее достаточно сложно. У него нет средств на рекламу, на продвижение в торговые сети. И тем более для выхода на зарубежные рынки. Для того, чтобы продать продукцию за рубеж, нужно, чтобы эти партии были достаточно крупные, регулярные. Для этого производителей нужно объединить. Вот наиболее эффективной формой объединения мелких производителей является кооперация. Именно мы этим и занимаемся, чтобы помочь нашим людям создавать такие формы объединения, научить их, и в том числе с использованием современных технологий. Потому что вот в нашем мире работать по вот такому уставу и по тем правилам, которые 190 лет назад были, уже невозможно. Вы уже начали говорить про новые технологии. 10 декабря прошла конференция РБК и Сберпро. Как раз на ней вы проводили онлайн-конференцию, где рассказали о первых шагах цифровой трансформации и кооперации. Расскажите подробнее, в каких областях, кооперативах будет быстрее применена цифровизация? Цифровизация должна быть применена в целом по всей системе. Для чего мы это делаем? Вот я вам показал устав 1000
1831 года. И закон потребительской кооперации предписывает нам жить практически по тем основам, которые были заложены во многом. Мы должны проводить собрания только в очной форме. Мы показывали реестр потребительской кооперации, который ведется в той старой бумажной форме, и мы по закону должны это делать. 10 миллионов пайщиков в целом по кооперации объединены в организации, в которых ведется бумажный рукописный реестр. Это уже невозможно корректно вести. И мы здесь отстали очень далеко от всех организаций. И для этого нам нужно решить один из вопросов – это поменять законодательство. Правительство нас поддержало, и мы сейчас внесли в Государственную Думу проект поправок закона о кооперации, в котором будет разрешено ведение электронных реестров, проведение онлайн-собраний. То есть кооперация должна получить современные технологии для организации своей работы. Здесь я хочу сказать огромное спасибо Сбербанку, что он поддержал нашу инициативу, и мы создаем электронную систему учета пайщиков, которая позволяет пользоваться всеми современными технологиями, начиная от создания кооператива, который можно будет организовать, не вставая с места, с помощью смартфона или компьютера, вступить в кооператив, выйти из кооператива. Мы создаем электронную платформу торговую, marketplace, куплю, продам. То есть современные технологии позволяют нам работать, как и всем высокотехнологичным организациям. Мы создаем свою площадку коммуникаций, которая называется Coop Connect. Я могу со своего айфона связаться с любым руководителем кооперативов, провести видеоконференцию, подписать какие-то документы. Мы вводим электронную подпись. То есть кооперативы – это не только производители какой-то сельской продукции или сувениров. Кооперативы могут объединяться и ребята, которые создают проекты в области IT. Но надо научиться это делать, поэтому основной тренд – это развитие кооперативного образования. У нас большое количество такой выездной торговли, так называемые автолавки, которые едут по стране. Выгодно содержать в каждом маленьком населенном пункте отдельный офис банка. Но банковские услуги населению нужны. Но почему в этой автолавке, которая не может быть маленького отделения, где установлен банковский терминал, и одновременно с продуктами к вам приезжает банк раз в неделю. Вы можете получить зарплату, делать платежи коммунальные. Дальше нас попросили, можем мы одновременно там сделать, и мы уже сделали машину из 3 секций со Сбербанком, где уже приезжает диагностический медицинский кабинет. Вот сейчас пандемия, там тесты могут сделать, телемедицина позволяет сделать какую-то уже диагностику состояния здоровья. Дмитрий Львович, 2020 год был сложным годом для всех. Я знаю, что вы в 2016 году разработали стратегию и концепцию потребительской кооперации в России до 2020 года. Если посмотреть на результаты этого года, на все, что произошло, вообще имеет ли смысл что-то стратегически планировать? Лично вы будете продумывать новую стратегию на 5 лет? Всегда нужна. Другое дело, что жизнь вносит свои коррективы, и любая стратегия, какие-то должны быть в нее внесены изменения. Началась пандемия, и все мои коллеги в регионах были в шоке. Что-то росло, что-то проваливалось. У нас очень большая программа общепита, и предприятия общепита, они все остановились. У нас есть свои санатории, которые закрылись, и надо было думать, как их содержать. Но в том сила кооперации, что-то проваливалось, что-то вырастало. Ваши будущие концепции, помимо развития цифровизации, что еще будет? Это важные пункты, какие бы отметили. Цифровизация, новые технологии объединения. Важнейший пункт – это образование. В нашей стратегии организация экспорта продукции, сейчас это очень востребовано, мы взаимодействуем с кооператорами Китая, Индии. Если мы с вами резюмируем, то получается, что основной фокус, задачи, которые вы видите, там и перспективы, это цифровизация, обучение и международное сотрудничество. Дмитрий Львович, я вас благодарю за интервью, желаю вам здоровья и поздравляю вас с наступающими праздниками. Спасибо вам огромное. Я хотел воспользоваться случаем поздравить всех кооператоров нашей страны с праздником, пожелать им крепкого здоровья. Уверен, что мы победим ковид, разовьем кооперацию и сделаем много хороших, добрых дел.